А вы тоже устали от того, что когда хочешь купить себе кухонную лопатку, то вас постоянно обманывают и продают какую-то, блядь, лопату. Но на самом деле все просто. И сейчас покажу, как это исправить. Первым делом разбираем лопату. Вот так. Убираем самую лучшую часть на лопате и делаем на ней точный чертеж. У каждой уважающей себя домохозяйки всегда должны быть ножницы по металлу. Короче, дальше вырезаем. Блять, походу долго резать все буду. Бля, ебать, конечно, лопату тяжело резать. Как вырезали кусок, чутка подровняем. Дальше наждачкой стираем острые углы. Берем рукоятку и чутка ее укоротим. Ну а дальше канцелярским ножиком вырезаем ручку. Спустя чуть-чуть времени ручка будет готова. И останется только зашлифовать. На концовочку берем черную краску и все красим. Осталось закрутить болтик. И наша лопатка из лопаты готова. Бля, ну по факту лопатка как лопатка, все заебись. Ну а так я доволен. Кстати, если были подписаны на ТГ, о лопатке узнали бы заранее.